Начнем выпуск с важной новости. В Дагестан с двухдневным визитом прибыл полномочный посол Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи. В Махачкалинском аэропорту его встретила дагестанская делегация во главе с вице-премьером правительства региона Владимиром Лемешко. Чрезвычайный и полномочный посол уже встретился с ректором ДГУ. Мехди Санаи было присвоено звание почетного профессора Дагестанского государственного университета. Диплом посол получил из рук ректора вуза Муртазалира Баданова. Мехди Санаи внес существенный вклад в работу по признанию диплома ДГУ в Иране, налаживанию связей между вузом с научными и культурными центрами Ирана, становлению в университете центра иранистики. Это огромная честь получить звание почетного профессора Дагестанского государственного университета. Для меня это очень важно. Дагестан имеет очень давнюю культурную и религиозную связь с нашей страной. Я надеюсь быть достойным представителем этого замечательного университета. Встреча продолжилась пленарным заседанием в рамках международной научной конференции «Османовские чтения». После собравшиеся приняли участие в открытии памятника поэту Шамсудину Ширази, автору поэтического сборника «Диван», героика романтических поэм «Дикая лань», «Сакинаме» и «Маганинаме». Бюст Шамсудина Ширази установлен на территории филологического факультета вуза. По словам ректора университета, рядом планируется установить памятник Расулу Гамзатову, а на территории перед корпусом факультета разбить сквер.